Всем привет! Димаш Кудайберген приготовил нам новогодний подарок. Вот что он сообщил. Китайский шоу-бизнес не перестает удивлять. Не пропустите завтра мое выступление в главном новогоднем эфире на CCTV. Конец цитаты. А вот что сообщает китайский телеканал о новогоднем шоу 31-го. Декабря в 20:00 по времени Пекина на экраны выйдет яркий новогодний гала-концерт 2024. Итак, друзья, ждем прекрасного представления. Всем счастья и здоровья. С вами был Петр Грик.